рассказать немного о себе и о моей картине. Я Тележка Елена, рисую чуть-чуть больше 3 лет. Для меня живопись – это положить на полотно свои мысли, свои чаяния, свои мечты. В этой картине, она называется «Феникс», как вы видите, очень загадочную женщину Феникс, которая смотрит на вас и в любой момент может и повернуться к вам, и отвернуться от вас. И поэтому каждый из нас хочет быть счастливым, удачливым, чтобы в нашей жизни много было успеха и удачи. Желаю всем, чтобы Феникс, птица Феникс, всегда улыбалась вам, и удача всегда была с вами. Такая женщина, женщина-загадка, женщина, которая всегда права, и она всегда держит в тайне что-то свое личное, мощное, сильное. Вот такие мы женщины.